Зовут меня Андрей. Живу я в агрогородок Веремейке. Работаю я на себя. Открыл ИП, кашу, пилю дрова, ремонты делаю, мотоблок себе взял, сажаю картошку людям. 2 года назад, в марте месяце, предложили мне поехать в Россию. Я согласился, так как работы не было. Привезли нас в Серпухов. Территория была огорожена забором. Документы по приезду забрали. Якобы официально нас устраивают на работу. Жили мы в вагончике, вагончики неотапливаемые. Деревянные кровати, там матрас такой тоненький, как одеяло. Вечером после работы нас не выпускали никуда. Мы как-то просились там выйти, даже вот пройтись. Просто нам говорили, вы приехали сюда, вы здесь работаете. Все. Нас кормили 1 раз в день, в обед, похлебкой. Денег нам не платили. Мы просили аванс, но нам отказывали. Спустя 2 недели мы вышли на работу. Территория вообще была пуста. Мы зашли к соседям, их нет тоже. Мы прошлись по объекту, вообще ни одной души. Думаем, ну что, пойдем к прорабам, мы заходим, там тоже пусто. Мы начали искать документы. Сейф, когда открыли, наши 3 паспорта там и лежали. Мы их забрали и ушли. Как другие ушли, мы даже этого не видели. Нам уже некуда было деваться. Нам надо было идти домой. Без денег я добирался до дома на перекладных, пешком. Где-то поночую в лесу. Пришел сюда домой. Дня через 3 меня подожгли. 4 утра. Сгорел дом. Обратился я в Красный Крест. Так вот мы на МОМ и вышли. МОМ мне помог. Бензокосу мне подарили. И шуруповерт, которым сейчас я работаю и на этом зарабатываю деньги себе. Моя адаптация проходила, конечно, очень тяжело. Я опустил руки, я не хотел вообще ничего. Меня морально поддержал МОМ, я благодарен этому. Организация очень хорошая, многим людям помогает. Дай Бог, чтобы она и дальше помогала таким, как я. И дай Бог, чтобы люди это понимали и стремились к лучшему. С помощью МОМ у меня открылось рвение помогать людям. Очень приятно, что есть такая организация у нас. Хотелось бы, конечно, дальше дружить и буду дружить. Если моя помощь какая-то нужна будет, я всегда рад помочь. Мне очень приятно, когда ко мне люди относятся хорошо и когда я помогаю людям с помощью того, что мне подарили. Хотелось бы дом порядок привести. В первую очередь хочется, конечно, крышу сделать. Если соберу денег чуть-чуть побольше, хотелось бы купить себе уже 4-колесный тракторок, потому что на мотоблоке это очень тяжело распахивать землю. Я хочу картошку сажать, там зерновые. 20 соток мы посадили картошки. Ну, 10 я раздам, это однозначно. Я не могу, конечно, выше головы своей прыгнуть, чтобы какими-то средствами денежными, но покормить я всегда человека покормлю. МОМ помогает, а почему мы не должны друг другу помогать? И мы же точно так же должны жить. Это хорошо, что такие вот организации, как МОМ, Красный Крест есть, которые людям просто помощь, руку подают. Мне понравилось людям помогать, потому что люди всегда с душой ко мне идут. Я как бы им от души всегда делаю. Ну, мне нравится такая работа.